Приветствую, хочу с вами показать кирпю африканскую. Приобреталась она в марте месяце. До сих пор не могу сказать, что она особо выросла. То есть она вообще не выросла, только давала вот новые листочки. Ее еще не снимала. Была пересажена вот в такой горшок. Бонсайницу. Так она выглядит сейчас. С ней вместе в стаканчике выросли вот эти два растения. Что это такое? Не могу вам сказать. Очень интересно. Решила их оставить и также подсадить к нему, чтобы не было скучно ни мне, ни самому растению. Ну, посмотрим, как дальше будет. Боится он паутиного клеща, как оказалось. Вот. Протравила. Посмотрим, как у нас колодесное растение будет здесь утолщаться. Ничего особенного пока не вижу. Но смотрим дальше, наблюдаем. Всем пока!